This is more like what the brick looks like. Yeah, the skull. So then these colors here, they would say, go together. So you could do something like this for the house, mm-hmm. and then this be brick. I kind of like this. Швабры есть, щетки.
пошел вот в эту вот аптеку, и я хочу показать вот это деревце. Такие вот стручки висят уже с семенами. Я один оторву. Вот он. И вот такие вот цветы. Я название не знаю, что это за дерево. Нужно будет посмотреть в интернете, если найду. Вот такие вот красивые цветы. И вон они как растут. В несколько штуках. Вот как со стороны выглядит. Я стручок сорвала. Семена там гремят. Уже стручок сухой. Семена высохли. Посмотрите, горы. Вот на видео так такого вот ощущения нет. Вот они вообще ближе расположены. На видео так вот не видно. Ладно, пойду я сяду в машину. Лысый старичок в Кадиллаке. Ветеран Вьетнамской войны. I had a patient, he was Vietnam veteran. He told me he have nightmares very often. Пока мы ехали домой, муж захотел энчилады. Я ему пообещала приготовить. Вот приехали домой, я начала варить соус. Соус состоит из перца. Вот у меня сухой острый перец. Вот такой вот. Я семена. Я убрала плодоножки. А вот раскрошила его, залила кипятком. Туда добавила болгарский, чтобы погуще было и не такое острое. Добавила паприку молотую. Потом у меня вот здесь зеленый перец. Это тоже он немного островатый. Поблану. В общем, что у меня в холодильнике было, какие перчики. Вот эти два вида добавила и сухой. Потом я добавила кориандр. Ну вот, кинза. И сухая. И зру. И вот сейчас у меня кипит. Будет кипеть до того состояния, как болгарский перец не станет мягкий. Вот. А потом я все это буду блендере перемолю. Перемелю, как правильно сказать. И чеснок. Еще чесночный порошок добавлю. Или свежий чеснок, посмотрим. Посолю. И через сито все это процежу, когда у меня готово будет. После блендера, я имею в виду. Вот. Вот это у меня будет основной, это соус. Вот. Энчилады — это лепешки. Называются они тортильи. Это мексиканское блюдо. У меня вот такие тортильи. Вот по сравнению с рукой, какие они. И еще у меня вот здесь они поменьше есть. Я посмотрю, какие я буду использовать. Я буду делать с пастой из фасоли. Вот так вот она у меня выглядит. У меня здесь все понаставлено. Сейчас у нас ремонт. Места нету ничего совсем. Вот такая вот паста из фасоли. Сейчас я покажу, как она выглядит внутри. Вот как она выглядит внутри. Она очень вкусная. И у меня муж здесь морды корчит. И сыр. Значит, я кусочками порежу сыр, смешаю с пастой из фасоли. Сыр у меня сегодня будет, это Pepper Jack, он с перцем. Вот. Можно брать моцареллу, можно мексиканский, ну разный, который тянется при нагревании. И вот дальше я вам буду показывать, как у меня соус сварится, дальше покажу. Соус уже сварился, перец стал мягкий. Я его выключила.
И я сейчас его перекручу в блендере и процежу. Вот такой получился соус. Очень красивый, ароматный. Я его перемолола, но решила сегодня не процеживать. Прям вот у меня с семенами он. Вот такая масса. Очень пахнет, и вкус зры, и перец такой. Ну, несколько видов перца тут, и он очень ароматный получился. Вот, ну все, сейчас будем сворачивать лепешечки с начинкой и заливать соусом. И потом все в духовку. Вот я положила на лепешку фасоль, пасту из фасоли. Здесь вот еще несколько крупных встречаются фасолек, не размолотых. Кусочки сыра. Сейчас я вот так вот все лепешечки начиню, заверну их рулетиками и потом залью соусом. Скрутила я 5 энчиладок вот таких вот больших. Я решила большие лепешки использовать. И сейчас буду заливать их соусом. Духовка у меня уже включена заранее была, уже нагрелась, пропищала, что она готова. Какая красота! Аромат такой стоит. Сейчас я ставлю сырью прямо сверху. Соскребу, еще остатки соуса вылью и в духовку. Все испеклось 40 минут при температуре 375 по Фаренгейту. Сейчас будем кушать. Смотрите, как мягко режется. У меня брусечка стала пить воду как раз в этот момент. Вон сыр. Я пополам разрезала, чтобы удобнее было кушать. Сейчас мне нужно будет чем-то подцепить. Какая красота. Смотрите, сыр. Сыр с фасолькой. Мягкий, такой нежный, ароматный. Понесла кормить мужа. Я решила съесть, кушать на улице. Погода обалденная. О. Мои энчилады. Сейчас покажу внутри как. Сыр. Вон как. Сыр с фасолью. Вон какая красота. Сейчас попробую. Соус-то я пробовала уже заранее. Какая вкуснятина. Соус острый, но не обжигающий, приятно острый. Ощущаются все вкусы специй. Ой, аромат. Вот пахнет почему-то хлебом. Хлебом, перцем. Зрой, кинзой. Ой, как вкусно. Жалко, я вас не могу угостить сейчас. Очень вкусно. А я давно не делала энчилады. Мы пока ехали в машине. Муж, когда мне сказал, что хочет энчилады, я сказала, приготовлю. Он говорит, все-таки ты, говорит, хороший повар.
Вот. А от моего мужа получить какой-то комплимент, тем более насчет еды, это нужно заслужить действительно. Так что мне было приятно сегодня услышать это. Ну вот соус я не процедила в этот раз, и тоже вкусно довольно-таки. Почему-то я не захотела сегодня цедить его. Так решила попробовать. Очень вкусно. Ладно, я пошла кушать. Всем пока-пока. Здоровья вам, счастья. Будьте добры друг к другу. И удачи во всем. Сейчас в Гилберте, это городок тоже рядом с нами, до Чендлера, до того, который я показывала. Мне Гилберт очень нравится. Поверните налево, затем поверните направо. Через 500 футов поверните налево, поверните налево. Stay back there. Через 1000 футов поверните налево. Поверните налево. Затем поверните налево. Поверните налево. Через 1000 футов ваше место назначения будет слева. Step.
dust devil. Это типа как торнадо, but smaller, huh? Like tornado, but smaller. The Muslims call it the jinn. Those are jinn. Вон оно как. Сейчас уже не видно. Артист. Прямо напротив, вон там, плохо видно, но...